Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы расскажем вам про эксперимент, который длился 2 года. В нем участвовал комплект от компании Geekvape под названием Karma Kit. Первые полгода мод находился в дикой среде, боролся со снегом, дождем и другими погодными явлениями. Эти 6 месяцев мод вместе с нами смотрел чемпионат мира, ходил в зал, ездил в отпуск на горнолыжный курорт, катался на автомобиле, отдыхал с друзьями и просто хорошо проводил время. Потом мы решили ускорить процесс окисления. Мы опустили мод в соленую водичку. Процесс окисления ускорился в разы. Простояв в данном растворе примерно 3 месяца, мы решили пойти на крайности и оставили его на всю зиму в сугробе. Но успешно о нем забыли и вспомнили только в середине лета. Мод уже был похож черт пойми на что, поэтому мы снова решили добить его, опустив в соленую водичку. А сейчас мы покажем, что же с ним случилось за все это время. Начнем по порядку, а именно с дриптипа. Дриптип стал оранжевого цвета, но видных повреждений на нем нет. Юбка дрипки покрылась здоровенным слоем ржавчины, вся краска на ней отваливается. Под слоем краски располагается чистая сталь. Стекло покрылось ржавой солью, но тем не менее оно осталось целым, несмотря на воздействие различных температур. Первая попытка открутить купол закончилась провалом, так же как и все остальные. Возможно, в дальнейшем придется поработать инструментом. Спускаемся ниже. Благодаря водичке с солью мод приобрел очень красивый изумрудно-ржавый окрас. В самой нижней части, возле кнопки, мы видим большое количество соляных наростов возле отверстия для вентиляции. Возможно, это бриллианты. Я богат! Попробуем открутить кнопку. Это сделать также не получается. Кнопка не нажимается. Снять дриптип не удается, даже при помощи плоскогубцев. Открутить верхнюю часть РДТА удалось. Резьба в идеальном состоянии, стекло целое, внутри очень много ржавчины. Если вы хотите, чтобы мы попытались очистить мод и запустить его, оставляйте под этим видео комментарий с советами на тему очистки этого грязнули. Спасибо за просмотр, с вами был CigaretteNetBuy и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео, и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть в описании под видео.